Всем привет, ребята! Fisherman Hunter решил подкоптить мясо, сделать горячего копчения поросятину. Сейчас покажем, что там у нас. Пальцы бы не обжечь. Блядь. Горячее железо. Вот, посмотрим. Птица, короче, ребятки. Туда надо опилок добавлять. Сейчас будем добавлять. Такой процесс. Че, ребятки, вот такой вот процесс у нас. Кусочки подкапчиваются. Короче, обычный бачок стоит над костром. Сетку сделал с алюминиевой проволоки на высоте примерно сантиметров 10. Снизу сыплю щепку. Вот такую вот. Короче, топором нарубленную. Ранетка. Можно яблоню, хоть что. Вот. Вот такие вот дела. Улица у нас, снега столько. Сейчас, короче, просыпаю все дело туда. Внутрь, чтоб это нагревалось и угли давало. Копчу уже часа полтора примерно, может меньше чуть-чуть, может часик где-нибудь, но часа два, думаю, надо. Но мяско усыхает, она прямо жидкость с него выходит, все. Но это мягкое такое горячее копчение, короче, получится. Или бетульки. Привет Ютубу. Подписывайтесь, смотрите видосики. Охота, рыбалка. Особенно смотрите мои, ребятки, премьеры. Ставьте колокольчики. Кто подпишется на меня, я на того подписываюсь тоже. Автоматически. А, пальцы обжигают. Вот. Вот так вот сейчас. Сделаем. Ну все, ребятки, буду закрывать листом. Давайте.